По предыдущим вопросам, вот когда вы говорили пран для глаз, да, вот вы говорите, что дышать через глаза. А, то есть это полуфизическое дыхание через нос, вдыхаешь, да, опускаешь энергию до копчика или нет? До копчика опускаем, позвоночку мы поднимаем, но через язык вниз не опускаем, а выпускаем этот луч из глаз. То есть, да, левый глаз закрываешь и начинаешь дышать через правый глаз. То есть луч кинул вот на пол, высветил его этим лучом, рассмотрел все трещинки, насколько это возможно, этим лучом. Со вдохом ты назад его втягиваешь и новую порцию праны. Потом смотришь на стенку и рассматриваешь там штукатурку, из чего она там состоит. Там втянул глаз сюда и не поворачивая головы, на разное расстояние, под разным углом дышишь. А при этом задержке дыхания получается, что ли? Нет. Еще раз. Вдох. Идет до копчика, опускается, да. С выдохом, поднимается по центру позвоночника, через мозг опускается в глаз, и через выдохом этот луч выбрасывается. Да. Не в хару, а на то, что ты хочешь осветить, рассмотреть. Да. Это выдох. Со вдохом он опять втягивается в глаз, и новая порция праны все повторяется. А новая прана, то есть это опять полное его дыхание? Конечно. Может, то есть одновременно получается прану через нос засасываешь, через глаз, да? Вот через глаз это то, что мы высунули, а новую нам порцию чистой праны. А чистую прану вот из этой, через нос засасываешь, то же самое повторяется. Да? И одновременно через глаз засасываешь. Да. Сначала правым глазом дышишь, потом левым глазом, потом двумя глазами смотришь, и все, зрение восстановилось. А выдыхать тоже через нос? Все через нос. А вернее, язык? Через глаз мы выдыхаем. Воздух-то через нос идет, но прана через глаз. А язык, значит, мы не поднимаем к нему. Язык это как выключатель, чтобы вниз опустить. А если мы не касаемся, то оно через глаза или куда мы захотим. Нужно мозги, мозги там и оставляем, там, закручиваем. Будет клубе колобе тело развиваться. Прана, если я что-то не понимаю, идет туда и. Она через глаза излучается или что? Да, лучше выходит. Мне нужно представить, если я хочу, например, в другой центр тела, мне что, отлапать? Зачем? Куда нужно, туда и направляю. Просто не меня.